Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду играть в мини-игру «Битвы животных и монстров». В этой мини-игре для начала нам нужно выбрать любой класс, их тут очень много, это животные и монстры различные. Я выбрала вот такого вот железяку, и вот нас телепортировало на карту. Всего 4 игрока, 4 животных или монстра, которые будут между собой сражаться. И у каждого есть свои суперспособности. Например, у меня первая суперспособность — это, конечно же, двойной прыжок. Потом вот эта кирка умеет притягивать к себе монстров. Смотрите, там стоит какой-то зомби, он почему-то ничего не делает, поэтому, опа, отлично, видали, я попал в него крючком, и он потерял очень много жизней. А ну-ка, давайте-ка мы с ним, наверное, сейчас разберемся. Ой, ничего себе, тут еще слизняк появился и свинья. Пипец, конечно. Ну давай, свинья, посражаемся. Не знаю, какие суперспособности у свиньи, но вроде бы она тоже очень сильная. О, смотрите, я также могу вот так вот подпрыгивать высоко и наносить урон. Это очень крутая способность. И третья способность, я могу вот так вот ставить блоки и также наносить урон. Ага, слизняк. Ну давай, слизняк, потеремся. Я, в принципе, практически самый мощный монстр. У меня очень крутая броня. Так, свинья, давайте-ка мы ее уничтожим. Да, вроде бы я ее скинул. Теперь давайте на слизняка нападем и на зомби. Получай, зомби. Отлично, я его скинул, но он выпрыгнул. Ах ты какой хитрый зомби. У него есть лук, и он при помощи него может стрелять. Офигеть, конечно. Отлично, все. Скинул зомби. Тут слизняк опять появился. Также я вам забыл сказать то, что у каждого монстра по 4 жизни. И, в общем-то, выигрывает тот, у кого останется хотя бы одна жизнь. Да, вот меня только что убили, я возражусь через одну секунду, все, я снова здесь, и давайте на зомби нападем, получай, зомби, давайте его крючком притянем, ага, попал, отлично, на самом-то деле крючком очень сложно целиться, но у меня получилось, ой, ничего себе, вы это видели, в меня этот зомби гнилой плотью стрелялся, как из пулемета, офигеть, конечно, у него способность, давайте-ка мы с ним разберемся, он умер сам по себе, но он лошара, у него осталось одна жизнь у этого зомби. Ой, осторожно, меня тоже чуть слизняк не скинул. А ну-ка, проваливай, слизняк. Ты меня все равно не уничтожишь. Я сильнее, чем ты. Хотя, блин, он очень сильный, реально. Получай, зомби. Давайте-ка мы сначала с ним расправимся. Хотя нет, давайте-ка вначале убежим и отрегенерируем свои жизни. Потому что у меня пипец их как мало осталось. Так, я промазал крючком. Но это реально очень сложно. Ай, все-таки слизняк меня убил. У меня осталось 2 жизни. А у слизняка и свиньи по 3. Это нехорошо, поэтому я пока что буду играть очень закрыто. Не буду никому подходить. Зомби, ты чё на меня нападаешь? У тебя одна жизнь осталась, поэтому лучше бы ты вообще ничего не делал. Да, я буду пока что просто бегать и пытаться выживать. О, хотя зомби можно уничтожить, потому что он лошара, у него всего одна жизнь осталась. Опа, получай, зомби. Отлично, я в него попал своим двойным прыжком. Ага, свинья. О, отлично, видали, я крючком в нее попал. Это хорошо. Давайте-ка ее добьем. У нее 100% осталось очень мало жизней. Хотя, не знаю, я не уверен. Поставим стенку и пойдемте все-таки попрыгаем куда-нибудь подальше. Восстановим все свои жизни. И зомби еще жив. Как так-то? У него одна жизнь осталась. Это пипец, конечно, он очень живучий. Так, о, видали, как круто попал крючком. Ай, блин, только эта свинья теперь на меня нападать начала. Это не круто. Получай, зомби! Хотя давайте-ка мы, наверное, не будем его уничтожать. Пусть он лучше мне поможет расправиться со свиньей и со слизнем. Потому что у них осталось довольно много жизней. И один я с ними не справлюсь. Да, поэтому, так сказать, будем в команде играть с зомби. Так, где игроки? Ага, свинья. Ой-ой-ой, маленькая свинья за мной бежит. Она, наверное, как-то взрывается или еще что-то плохое делает. Поэтому ну ее нафиг. Так, давайте-ка подойдем поближе. О, эта свинья превратилась в свинозомби. Как так-то? Офигеть, вот это, конечно, способность. Просто
крутая, реально. Так, пока слизняк гоняется за зомби, я как раз таки могу со свиньей разобраться. Получай, свинья. Блин, что ж такое-то? О, нет, я опять умер. У меня осталась одна жизнь, а у них до сих пор по три. Это вообще что-то нереальное, ребят. Давайте я спрячусь и буду просто ждать, пока они там друг с другом разберутся. Потому что реально мне сейчас не вариант на кого-то нападать, потому что одна жизнь осталась. Я могу вообще легко проиграть, поэтому не-не-не, все, я буду стоять и ждать, пока они там друг друга переубивают, а потом приду, добью и выиграю. Надеюсь, эта тактика сработает. Ой, они прям рядом со мной, главное, чтобы они меня не заметили. Ничего себе, этот свинья вышел, и мы остались один на один играть с этим слизняком. Я не знаю. О, ничего себе, а почему он такой гигантский стал? Убегаем, ребята, быстрее, бежим. Это что-то нереальное, он стал просто супер гигантским. И как мне с ним разбираться? Это же вообще невозможно, ребята. Вы только посмотрите, какой он гигантский. Давайте на кораблик залезем. Ай, он меня убил. Но это было просто нереальное, что... Сейчас я выберу другой класс и, надеюсь, выиграю во второй игре. Ну, а во второй игре я хочу взять курицу, потому что курица очень маленькая, и мне кажется, я без проблем сейчас буду всех уничтожать своим железным мечом. Конечно, у меня очень плохая броня, у меня практически ее вообще нету, но зато у меня есть прикольные способности. Как я знаю, вот этот топорик умеет запускать взрывающуюся курицу. Смотрите, опа, полетела и взорвалась. Только, правда, я ни по кому не попал. А ну-ка, это вроде как у нас спрут, да, поэтому давайте-ка мы с ним расправимся, и также еще с паучком, который меня стреляет отравляющимися стрелами. Пипец, он, конечно, мощный, но нет, я все равно мощнее, поэтому получай. Кстати говоря, еще я умею летать, смотрите, вот так вот, это тоже очень крутая способность, то есть я могу просто взять и вылететь из воды, например, и меня никто не уничтожит. Еще курица, офигеть, нас тут двое таких вот куриц, поэтому, опа, я его уничтожил, хорошо, отлично, в принципе, курица курицу очень легко уничтожает, а вот как с пауком расправиться, я пока что не понимаю. Ничего себе, это что за способность такая была, она очень жесткая. Получай, о, видали, я запустил маленького цыпленка, который взорвался и уничтожил паука, наконец-то. Кстати, у меня у единственного осталось 4 жизни, у всех остальных по 3, это очень крутая штука, потому что теперь у меня есть больше шансов выиграть, а я очень сильно хочу выиграть. О, привет, спрут, давай посражаемся, получай тебе курицу, получай яйцо, и давай-ка я его просто добью при помощи моего меча. Ой, нет, у меня осталось мало жизней, поэтому я лучше вот сюда куда-нибудь залечу, покидаюсь яичками, своими курицами взрывными, и просто-напросто поотдыхаю. О, видали, как я по пауку круто попал. Кстати, где-то на этой карте затаилась курица. Она не хочет себя показывать и реально где-то спряталась. А это вообще нехорошо. Ага, вот ты где, курица. Ты думаешь, я тебя не видел? Получай тебе, какашка, да! Ха, вот ведь какая хитрая курица. Думала спрячется и просидеть там всю игру. Но нет, курица, я тебе не позволю это сделать. Отлично, я ее взорвал. Теперь давайте за ней полетим. А где она? Ага, она решила от меня улететь. Вот какая какашка. Нет, ей так просто от меня не убежать. Походу у нее осталось 3 жизни, и поэтому она не хочет ничего делать. Просто засела, но нет, я от тебя не отстану. Блин, она меня убила. Ну ладно, это не беда, у меня еще как-никак 3 жизни есть, как и у остальных, поэтому давайте все-таки добьем эту курицу, у нее 100% осталось просто несколько жизней, несколько сердечек, и да, отлично, мы ее уничтожили, вот ведь дурацкая курица, хотела выиграть и обмануть всех, но ничего у нее не получилось. Так, паучок, получай, отлично, паучком мы разобрались, и он выбыл из игры, все, наконец-то я его окончательно добил. Ой, это кто это меня так? А, опять спрут. Не-не-не, с тобой я пока что не хочу сражаться, потому что ты какой-то больно сильный, да. Я хочу найти курицу, которая опять где-то спряталась. Вот какашка. Сколько можно прятаться?
Ну, нет, я это так просто не оставлю. Я ее 100% найду. Да, где бы она ни была. Так, ага, вон там какая-то штука непонятная. Да, отстань, спутник, давай лучше мы с тобой найдем эту курицу, которая где-то спряталась и не хочет проигрывать. Но в итоге она все равно проиграет, да, потому что... О, ничего себе, какая-то суперспособность с неба падает. Это круто, ее 100% нужно забрать. Давайте, я ее забрал и... Меня убили из-за этого. Ой, зря, конечно, я ее забрала. У меня осталось 2 жизни, как и у всех остальных, поэтому давайте-ка мы подойдем к этому спруту. И тут еще курица наконец-то объявилась. Да, все, наконец-то я ее нашел. И сейчас она у меня получит. Да-да-да. Опа, 1, 2 удара. Теперь еще спрута давайте поударяем. Отлично. Ой, что это такое? Дождик пошел. Ребята, это очень странно. И у меня вообще очень мало жизни осталось. Что это за фигня такая? Это не круто. Ну ее нафиг. Ну ее нафиг, эту курицу. Давайте ото всех убежим просто куда только можно. Офигеть, меня этот дурацкий спрут уничтожил. У него осталось 2 жизни, поэтому я буду нападать только на него, чтобы все было честно и у всех осталось по 1 жизни. На тебе, какашка, получай. Офигеть, он сильный. Он, наверное, реально 2-й по силе после слизняка, который был в первой игре. Он тоже был очень сильным. Ну, ничего страшного, с ним я 100% разберусь, с этим дурацким спрутом. Да, получай тебе, какашка. Да что ж такое-то, почему ты такой бессмертный-то? На, я его просто сейчас постараюсь уничтожить при помощи моего меча, потому что по-другому вообще никак, реально, он бессмертный какой-то. Почему у него реально жизни не убавляются, что ли? На тебе, да, наконец-то я с ним разобрался. Правда, у меня теперь осталось у самого не особо много жизни, и, в общем-то, я буду просто сейчас летать и бегать от этого спрута, потому что реально по-другому я не выживу. Блин, он за мной гоняется, отстань! А где курица? А, курица проиграла, все, ее больше нету. У нас с этим спрутом осталось по 1 жизни, и все. То есть, это значит, если я его убью, то я выиграю. И это очень круто, реально. Давайте пока что будем летать, очень будет... Будем аккуратно играть. Отлично, я в него попал моей курицей. Вроде бы еще раз ударил даже, поэтому сейчас отлетим. Отрегенерируем свои жизни, так сказать. Ага, он за мной летит. Не-не-не, какашка, тебе меня не уничтожить, потому что я умею летать, я круче, чем ты. 100%, на тебе яички, получил, какашка, да. Теперь убегаем подальше. Я уверен, что у него у самого осталось не так уж и много жизней, поэтому у нас еще есть шансы с ним разобраться. Так, попал, отлично, еще и ударил. 100% у него очень мало жизни осталось, поэтому давайте будем дальше действовать по моей крутой тактике. Опа, отлично, сейчас ударю его 2 раза, 3, 4. Отлично, ребят, очень хорошо, у него 100% 1 жизнь или 2, поэтому добиваем его быстрее, добиваем, давайте. Ой, ничего себе, конечно, у него это суперспособность какая-то непонятная, меня очень сильно бесит, потому что отнимает сразу очень много жизней. Да, поэтому, опа, получай, ударил, теперь отбежать нужно подальше, и я выиграл! А смотрите, вон я там стою, машу рукой, и это, конечно, круто было вообще, мне понравилось. Ну и на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите в комментариях, за кого мне еще сыграть в следующей серии. Также не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте и подписываться на мой канал. Ну а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!